Мы опять на ярмарке. Сегодня в Нексте. Вот тоже идет представление. Красивая музыка. О, моделирование. Робототехника и авиамоделирование. Учебный проект. Вау, какие модели крутые. Валя. Наш сосед занимается. Он теперь тоже один из инструкторов или как? Идем. Идем. Смотри, какой тортик. Он всегда был. Да? Да. Идем посмотрим. Вот смотри, как ездит. Идем, бегусь. Нет. С первого по четвертый класс они изучают Лего. Это такой конструктор, который можно собирать, прикрепить к нему различные двигатели, датчики, программировать, то есть создавать роботов собственноручно. И они это делают прямо на уроках. Вот это, например, роборука, она полностью рабочая. Потом, с 1 по 4 класс у них Лего, с 5 по 8 они изучают Arduino. Это уже намного более... Как интересно, что для детей. Да. Его полностью идет такое физическое образование, идет наш STEM-блок. Посмотри, какие букетики из конфеток, да? Здесь удобные стульчики, мои любимые скамеечки и вон огромные шахматы, помнишь? Да, давай поиграем. А там, наверное, уже кто-нибудь играет для выступления. Сейчас пока никого нету, не знаю. Уже все прошли мероприятия. Или еще будут, там мы пока в шахматы поиграем.
конем ходить. Да, такими шахматами интересно учиться деткам. Здесь связаны игрушечки. Красивые. Обувь. Ой, какие мишки симпатичные. Вот такие обувь. Нет, они сами были. Так и... Сходим, посмотрим, что там интереснее. Со скидками. Скидки до 70%. О, какие шубки. Детские сарафанчики, платьица. Детская одежда. Кружечки. Сейчас вернусь. Да, классно. Тут и все. Вот такой вот все. А еще для маленьких вот такие есть. Наборчики, посуды. Угу. О, коврики такие интересные, да? Да, шарики. О, лохматики еще. И вот такие. Подушки. О, увеличенная. Эти подушки красивые. Вот это смири, пожалуйста. Тебя вижу. Ого, какая ты большая. А? То есть ты не увеличивает мой ручек. Подушки вообще шикарные. Сидушки по 100 000 одна такая. Пледы, покрывал, хорошенькие. Постельное белье по 200 000. Да. Так, что у нас на скидках? Такие вот. По 130. С длинным рукавом. Сейчас посмотрю, как она выглядит. А, она коротенькая. 119. Вот эти красные, по-моему, должны быть красивыми. Да. Приятные такие на ощупь, красивые. Это они играют живую музыку, что ли? Да? Так. Играют, да, дочь? Да? А, девочка играет, да. Ой, светит сильно. Прожекторы. Все изменили.
можно их украсывать. Так, сладости. Вау, сколько мороженого. Какое красиво. Очень красиво. Смотри, какие смешные. Вот это красивая вазочка. Детки играют. Можно роспись сделать. Ну и мы в Вико заходим. Сейчас посмотрим. В тех вперед закрыт, да. Они, конечно, легкие. Ну, они основа такая же. Сколько воды. Да. Жилой комплекс. Да, здесь что-то строят. Да, я говорю, жилой комплекс. Смотри, уже набережную, да, построили. Можно здесь гулять.